Сейчас увидите пример мужества и несгибаемой воли 29-летнего парня. Евгений Смирнов, чемпион России по брейк-дансу. 3 года назад попал в страшную аварию, после которой или ампутация, или смерть. Сейчас он снова танцует и даже хочет открыть свою школу для тех, у кого возможности ограничены. Полина Ермолаева о невероятном жизнелюбии и оптимизме. Он снова весел и полон сил, он снова танцует. Трагедия, которую чемпион России по брейк-дансу пережил 3 года назад, его не сломала. Напротив, сделала сильнее. Теперь больше всего Евгений Смирнов не любит, когда его жалеют. За что я берусь? Я пытаюсь это максимум вывести на уровень. И это видят люди и перестают меня жалеть, потому что они думают, а за что его жалеть? Он переплюнул того, а что жалеть-то? В 2012-м этот жизнерадостный молодой человек по кличке Рыжий попал в ДТП. Из-за халатности врачей было потеряно драгоценное время, и через 2 недели пришлось выбирать – либо смерть, либо ампутация. Тогда эта история взбудоражила весь интернет. Казалось, вся страна поддержала Женю, как он всегда поддерживал тех, кто был рядом. Чтобы я там в воздухе не крутила, я всегда знала одно, если Женя рядом стоит, значит, он поймает меня в любом случае. Танцует Женя пока без протеза, еще не так мастерски им овладел, но желание быть на сцене, желание бороться за свою танцевальную карьеру у этого брейкдансера кажется в крови. Ведь и стиль изначально задумывался как альтернатива уличным дракам. Слабаки брейк не танцуют. Танцуют этот стиль, они привыкли сражаться, то есть так или иначе, то есть для них это битва. Евгений оправился от аварии и наконец пришел в форму. Теперь он задумывался о том, чтобы открыть специализированную школу танцев. В нее ходили бы и здоровые, и необычные дети от 8 до 18 лет. Чтобы дети проводили тренировки вместе, чтобы у детей, если какая-то проблема, они себя не чувствовали ущемленным абсолютно. А пример у детей будет сам Женя. Сейчас он ищет единомышленников, хореографов, педагогов, врачей, которые помогут ему осуществить мечту.